Здравствуйте! Наверное, мы можем начать концерт. И мы искренне рады разделить с вами это событие. Сотый концерт Щенков. Из нас двоих мало кто ожидал такого исхода. Сначала сексуальный танец, а потом песня. Это весь танец, собственно. Поехали.
Короче, у нас там еще 17 песен. Как вы увозить все это собрались? В том смысле, что если кто-то сегодня умрет, мы будем только рады. Все, как правило.
типа, вы такие ебаши, такие, блин, давайте на дуре ебаши. А то мы говорим, ну, не ебись как-то все, да? А вот теперь пришло время ебашить. Наша следующая песня. Наша следующая песня. Сбрось! Я не выпущу! Я не выпущу! До тех! Линию мониторов, слышите? Да заебал, похуй вообще! Отсюда прыгайте! Ну власти, блядь, ломайте, вы все надо! Прыгайте от этой линии! Хардкоры взаимо, пожалуйста! Все, позади. У нас есть еще несколько песен, и следующая... Ну что, скажу, подрезайте, делайте, что хотите, но если собьете мне мониторы, я уебу с ноги. Но проблема в том, что я играю в футбол, блядь, и я левша, и у меня супер хорошая позиция. Сейчас небольшая рубрика, постоянная рубрика для защитов, поебонов Феликса Бондарева. Поклопы! Короче, не ломайте концерт, реально все нахуй пойдет, если что. А так мы вас любим, ну ладно. Yeah!
В Щенках это то, что мы двое, а не каждый кто-то. Тут нет Максима, тут нет Сергея. Я убежал, наушники кто-то потерял. Чьи? А ну. Я умею, почему такая нежная?
чего больше этого? Ты что, не чувствуешь этого? Что сотый концерт Щенков получается одним из самых лучших в принципе для страны Щенков. Ага. А типа, я просто вижу много лиц, которые были на прошлых концертах, и... Спасибо. Но в том смысле, что вы могли меня подъебать. Я ни разу не говорил, что это был лучший концерт, сегодня говорил. Нет, мы еще до конца не дошли, может, там хуйня начнется в конце. Поэтому особо не радуйтесь, но, ребят, вы просто, блядь, огонь, ёб твою мать. Не, мы и наши заслуги в этом есть, потому что мы огонь, блядь.
не было времени. Но что я делал? Да не мог мне делать что-то. Да, у меня все в порядке, более-менее. Я ем хорошо. Они касаются подпутывали. Я не мог. Они сосались под песню «Хороший мам» только что на сцене. Нет, типа, вы могли выбрать другую песню? Лим, Сканди, ты где? Я тебя потерял в этой толпе. Ты где? Я иду к тебе. Не сломай ничего. Так, ребята, я не ханжа, но не сосались под песню про мою маму, пожалуйста. Вы же понимаете, что у меня может начаться эрекция, когда вы сосетесь? И потом, когда я буду видеть маму, у меня будет вставать хуй. Про кого это надо? Ну давай. Да, никаких сосаться, запомнили? Хорош, мам, не звонил, не было времени, ну что-то делал, да не помню, я делал что-то, да, у меня все в порядке, более-менее, я ел хорошо, и хожу на работу, и сегодня ел, да не помню, не знаю, но суп, котлеты, да не помню, что за котлеты, постараюсь приехать, где-то начало мая, если получится. И ну и ближе к лету, ты же знаешь, все в жизни бывает трудно. Но если назвать идеал красоты, я не задумываюсь даже доли секунды. Отвечу, что это, конечно же, ты. Ты же знаешь, все в жизни бывает трудно. Но если я не задумываюсь даже доли секунды, что это. Хорош, мам, все в порядке, правда. Но какая у меня может быть грусть? Эту видел недавно. Ну женюсь, но когда-нибудь точно женюсь. Денег много, просто девать некуда. Все в порядке, жизнь идет очень гладко. Здоровье, да как и совсем не до этого. В смысле нет, здоровье тоже в полном порядке. Ты же знаешь, все в жизни бывает трудно. Но если назвать идеал красоты, я не задумываюсь даже доли секунды. Отвечу, что это, конечно же, ты. Ты же знаешь, что в жизни бывает трудно. Но если назвать идеал красоты, я не задумываюсь даже доли секунды. Отвечу, что это. И если так подумать, это только моя вина в том, что, мам, ну правда, хорош. Хорош, мам. Хорош, мам. Ты же знаешь, что в жизни бывает трудно, но если назвать идеал красоты, я не задумываюсь даже доли секунды. Отвечу, что это, конечно же, ты. Ты же знаешь, все в жизни бывает трудно, но если назвать идеал красоты, я не задумываюсь даже доли секунды. Отвечу, что это. Все вместе.
мамы, мамы. Вот так вот лучше было. Я вам когда-нибудь пиздел? Вообще ни разу, по-моему.
надо историю просто. Выходи. Проебал телефон, как его описать? Он в сперме. А, нет, это моя. Короче, ромашки на нем. Ромашки. Хоть что-то хуя людей, у которых ромашки на телефоне. Короче, если что, он будет на баре где-то там. Твой телефон на сцене, ну то есть твоего друга. Я не знаю, кому ты звонишь, но твой телефон на сцене. Что? Кому мне? Блядь, ты звонишь чуваку Кириллу, так записано. Так, где закладка? Малый басманный, 5. Короче, ребят, все, на сцене заебали. Да, показывайте. Thank you.
происходит. Да, я тоже вас люблю. Я бы хотел сказать... Может, и продолжать. Я бы хотел сказать, что о том, что я не могу подобрать слов, это связано с моей огромной любовью к вам. Но это было бы пиздёж. Просто Мондрик подошел ко мне и сказал, попизди, пожалуйста, надо отдохнуть. А я подбираю темы, на которые с вами попиздеть, и не могу найти ни одной, кроме нашей всеобъемлющей любви. И снег на наших трусах, если вы мальчики, и месячных, если вы девочки. Почему-то я думаю, что наши девочки кончают месячные. Так, был нацизм, был сексизм, что еще не оскорбить. Короче, смотрите, ребят, реально, это какая-то дичь, ну, все так круто, что ну, вот, мы еще когда сидели в гримерке, я сказал Бондареву, что типа, чувак, сегодня будет самый странный концерт, и он реально странный, потому что, блядь. В смысле, а знаешь, почему мы долго выходили? Потому что мы выходили, видели, что там, блядь, еще очередь из 100 человек, и мы не начинали концерт для того, чтобы все пришли, блядь, типа как-то. А не потому, что мы не хотели этого делать. Между прочим, блядь. Такой обвинил. Да, Максим говорил, что, блядь, хочу играть, а мне приходит статистика, что еще 150 человек не зашло. Да, и мы будем без вас, блядь. Вот. Так что вы... Что это? Будет так! 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 Будет
останемся так же, так же. Будет так! Будет так, и это все страшно. Кто не платит все, что было тогда, я уверен. Спасибо, скоро будет. Yeah.
Но сейчас будет песня, когда даже самый мертвый. Ой, блядь. Проснется. Ты можешь похвалить песню? Что сделать? Можешь похвалить песню, которая... Ну, вкусная песня, бархатистая песня. Как я еще могу похвалить? Охуенная песня. Охуенная песня. Старые немы. Ну, короче, блядь, все. Ну, ловите, блядь. О, смотри, а у нас же ни разу не было такой хуйни. А кто, давайте вот типа реально, кто точно знает наизусть текст сублимации? Ты? Давай, аккуратнее. Ты знаешь, где вступать там? Нет. А, и он типа бэками? Ну давай так. Он пиздал. Сотый концерт Щенков, возможно, все. С моей стороны могу пообещать, что мы сыграем эту песню еще раз в конце. Ну, нормально было. Батя Феник! Блядь, кстати, у Феликса ребенок родился. Поставьте, спасибо. Два года назад. Для меня каждый раз это новость просто. Они не поздравляли же тебя? Не, подождите, мне кажется, красивее будет, если вы будете «Батя Феликс, Батя Феликс, Батя Феликс, Батя Феликс». Sorry,
звезда всем, блядь, просраться еще. Почему нет, да? Почему не с третьей песни за звезда? Ну, согласен. Это моя идея! Это!
Ты же знаешь, я хочу быть свободным. Для меня это очень важно. Выйти замуж можно за кого угодно, а вот трахаться в метро. Далеко не с каждым. Thank you.
Я так плыл в туалете, в полу и жил и как дом.
Спасибо, ребят! До свидания.